Всего в полчаса езды от Ростова в одном из самых живописных уголков Аксайского района расположен конно-спортивный клуб ДГТУ «Ход конем». Чистый, свежий воздух, зелень, донской простор и лошади. Красивые, сильные, выращенные в любви, они охотно делятся ею с человеком. Под руководством опытных инструкторов взаимодействие с лошадью становится незабываемым опытом, а для многих и действенной терапией. Отрешиться от городской суеты, соприкоснуться с природой, всерьез довериться ей – это наполняет покоем и силой. Помогает преодолеть даже то, что еще вчера казалось непреодолимым. На территории клуба расположены левада, плац, малые и большие манежи. На открытом воздухе оборудованы трибуны на 300 зрителей. Занятия по адаптивной верховой езде проводятся в малом манеже. А новый большой манеж, построенный в 2022 году, предназначен для занятия спортивными конными дисциплинами. Он отвечает всем требованиям к проведению тренировочного процесса и соревнований федерального масштаба. Ход конем готовит всадников любого уровня. Мы с должным вниманием относимся к каждому посетителю клуба. После освоения навыков управления и получения умения держаться в седле, наши воспитанники осваивают выездку и конкур. Чтобы лошадь несла человеку радость, ей необходимо дать заботу и уют. И поэтому ход конем – это 35 удобных денников, оснащенных всем необходимым для комфортного постоя лошадей. Красота лошади просится в объектив фотоаппарата. Здесь вы можете сделать уникальные незабываемые снимки или провести профессиональную фотосессию. Естественный свет, хорошее настроение, грациозные, сильные лошади – что еще нужно для идеальных кадров? Ход конем создает атмосферу отдыха и предлагает своим гостям провести выходные на природе вместе с лошадьми. Праздник – это так важно! День донского скакуна – Новый год для детей с особенностями в развитии, познавательные и увлекательные экскурсии для всех желающих. Следите за новостями клуба в наших социальных сетях. Ход конем любит и умеет дарить яркие впечатления и воспоминания.